что ж, сейчас мы с вами, дорогие друзья, проедемся по открытой года 3-4 назад новому участку Болотниковской улицы, который соединил 23-й квартал Новых Черемушек, Новочеремушкинскую улицу с Севастопольским проспектом. Очень быстрая, удобная связка, на самом деле, в лице маршрута 710-го. Парк 70-летия Победы.
Вот это самый восточный, восточная часть нового участка Болотниковской улицы. Как я уже сказал, этой дороги несколько лет, и на самом деле это очень важный отрезок, который стал на самом деле очень полезным дублером и альтернативой для улицы Цюрупы, а также улицы Наметкина. Довольно-таки большой поток транспорта теперь ездит здесь. И на самом деле здесь минимум светофоров, в отличие от соседних улиц. Ну что ж, спасибо, дорогие друзья, за внимание. До свидания.